Собрания Законодательного собрания Тверской области о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты Тверской области. Андрей Владимировичем Шевелевым и председателем Законодательного собрания Тверской области Андреем Николаевичем Епишиным были внесены кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя и аудиторов. В соответствии с предложениями губернатора Тверской области, председателя Законодательного собрания, на должность председателя контрольно-счетной палаты внесена кандидатура Ипатовой Татьяны Владимировны. Кандидатура Ипатовой Татьяны Владимировны, представленные ей документы, соответствуют требованиям, установленным законом Тверской области о контрольно-счетной палате Тверской области. Постоянный комитет Законодательного собрания по бюджету и налогам рассмотрел кандидатуру и поддержал Татьяну Владимировну Ипатову на должность председателя контрольно-счетной палаты. Действительно, контрольно-счетная палата стала независимым органом контрольно-счетной палаты Тверской области. До этого она была контрольно-счетной палатой Законодательного собрания Тверской области. Полномочия изменились, наверное, в том, что больше стала ответственность контрольно-счетной палаты именно области. Да, вот этот орган, который раньше работал в большей степени на законодательное собрание и был органом, который осуществлял контрольные полномочия законодательного собрания, вот теперь он самостоятельно будет эти полномочия реализовывать. Что касается планов как председателя законодательного собрания, то закон, опять же, внес свои коррективы, и теперь у нас коллегия. То есть вот сегодня на заседании помимо председателя, помимо заместителя были назначены еще 5 аудиторов контрольно-счетной палаты, и эти аудиторы, и председатель, и заместитель, они будут составлять коллегию контрольно-счетной палаты. И, в общем-то, практически все решения они будут приниматься коллегиально.